В Центре культуры и искусств «Меридиан» пройдет сольный концерт Сергея Любавина. Здравствуй, невеста, здравствуй, красивая, пусть твоя доля будет счастливая. Ангел подхватится, сынку хрустальную, и запоет песню венчальную. 14 марта певец, композитор и автор-исполнитель Сергей Любавин приглашает всех на свой сольный концерт, который пройдет в Центре культуры и искусств «Меридиан». Артист представит новую сольную программу «Выше только любовь». Вы услышите давно полюбившиеся песни, а также премьеры. Да чего ж мне болеть такому? Наша жизнь простыня, да кровать. Наша жизнь поцелуй, да вот. Для поклонников своего творчества Сергей готовит новейшие хиты из песен на стихи Сергея Есенина. А также, друзья, на концерте каждый сможет сам поучаствовать и почувствовать себя не только зрителем, но и частью коллектива артиста, и спеть и потанцевать вместе с Сергеем Любавиным любимые песни. А также в программе ожидается много музыкальных сюрпризов. А какие, вы сами узнаете 14 марта на концерте. Гарантированно отличное настроение, качественный живой звук и живое общение и голос незабываемого артиста. Программа концерта состоит из двух отделений, и по традиции после концерта состоится автограф-сессия. Огромное спасибо моему фан-клубу, девчонки, ребята. Они сегодня прекрасно вас поздравляли частушкой. Они не только сегодня, они всегда, они на все концерты, где бы я ни был, на юге, на севере. Я просто вот, заканчивается концерт, иногда раз и вырастает, это просто этот фэн-клуб откуда-то, давай фотографироваться, давай сюда. Всегда это приятно. Это поддерживает, это конечно, поддерживает, да? Да. И они, конечно, молодцы, они не дают расслабляться, во-первых, и как-то вот так вот уже многие годы, кто-то уже там, я даже не знаю, кто-то по 10 раз был на концертах, кто-то там по 20 уже, я даже вот уже это самое, и всегда приятно, заходишь, как сегодня мы зашли, и сразу же из коридора, не еще не дойдя до гримерки, вот какие-то вот эти стенгазеты вот эти вот висят, ну, да, с поздравлениями, коллектив есть там, фотографии, все так с такой любовью сделано. И вот это, конечно, приятно, что люди просто вкладывают свое время, свой труд, свою любовь, не говоря преданность, о каких-то средствах. Там, вот эти вот все сегодня вручили каждому вот эти какие-то палочки светящиеся, шарики. На каждую песню у них был продуман номер. Я уже иногда не понимаю, на сцене идет концерт. Какова или, моя роль? Или да? В зале идет концерт, а да, я тут зритель. Просто, да, выполняю какую-то роль свою. Но тем не менее, это вот здорово, приятно, и дай бог, чтобы было побольше. Пусть так будет, да, всегда, да, да, конечно. И, да, всем артистам, всем моим коллегам, друзьям, сегодня были Леонтия Эрденко, Саша Ломинский. Вот желаю, чтобы были такие преданные поклонники. Билеты можно заказать на сайте concertnyzal.com/Центр культуры и искусства Меридиан/концерт Сергея Любавина. Все на английском языке. Также можно заказать билеты на сайте www.kassir.ru. 14 марта, начало 18:00. Также, друзья, все-все-все справки вы можете уточнить по номеру телефона Меридиана.